Всем привет, меня зовут Наталья Соловьева. Меня зовут Сикорский Алексей. И мы акробаты на роликах в шоу «Королевство». Я закончила Дзержинский педагогический колледж по специальности физической культуры и спорта. У меня среднее техническое образование. В цирк я попала благодаря своему знакомому из спорта. Он пришел на просмотр в цирк на льду. Его взяли туда, и он мне потом предложил тоже прийти на просмотр, потому что нужна была девочка. Я пришла, меня тоже взяли, и таким образом я попала в цирк на льду, а потом уже к Владиславу Викторовичу Никогар. Меня пригласили бывшие партнерши по спорту. Приехал на просмотр, покатался полчаса, сказали, отлично, берем, езжай, оформляй загранпаспорт. Потому что цирк в основном только по загранице ездит. В цирке я работаю уже 5 лет. А я с 2006 года. Я с детства хотела работать в цирке и постепенно шла к своей мечте. До того, как меня позвали на просмотр, я и не думал, что когда-либо буду работать в цирке. Привычнее на коньках. Ну, технически, да, тем более с учетом того, что мы пришли оба со льда и переучивались на ролики. Естественно, проще нам на коньках кататься, чем на роликах. Но, в принципе, наша платформа позволяет практически то же самое, что и на коньках. Наш номер – это бал, такой светский вечер в честь того, что принц предложил свою руку и сердце всей воды. А партнеры подбираются по росту, весу. Желательно, чтобы мальчик был выше девочки на сантиметров 10-15. По факту, соотношение рост-вес. Мы партнеры. Примерно 4 года. Куча репетиций, да, потом и кровью, тренировок, падений, сотрясений, ссадин. Слезы, истерики. Ну и такое тоже бывает. А вообще поэтапно, то есть, например, сначала мы отрабатываем заход на крутку, потом, допустим, на полу положение тела партнерши в воздухе отрабатывается. Вот. Ну а потом мы просто соединяем уже заход на крутку, положение самой крутки и сход. Ролики цирковые от обычных отличаются устойчивостью. Это про квадры, так как колеса расположены по-другому. Наши, так как колеса расположены в ряд, более маневренные. Вот, в принципе, основная разница. Я крутилась в светодиодной пое, работала жонгляж, репетировала циклы, дьявола репетировала. Работал клоунаду. Работал «Ренские колеса», это все на льду, репетировал моноциклы, все на льду. Хочу семью, детей. А я хочу работать в Большом московском цирке, хочу выиграть международный фестиваль.